уроки. А мы, как всегда, проводим опыты и эксперименты над грызунами. И сегодня мы проверим целых 4 рецепта от вас. Поехали! Первый рецепт у нас от Анастасии Ивановой. Добавляем клей. А теперь крем для рук, пена для бритья. Такого количества нам достаточно. А теперь краситель. И все тщательно перемешиваем. Пришло время добавить тетраборат. Мы видим, как наша смесь превращается в лизун. Теперь осталось его только выместить руками. Первый рецепт слайма у нас получился. Большое спасибо тебе, Анастасия. Он хорошо растягивается. Видите? Хрустит. Классно тянется. Давайте посмотрим теперь, как он кликает. Супер! Давайте попробуем сделать пузырь. Такой рецепт советую всем. Второй рецепт у нас от Лады С. Для этого мы берем емкость, клей ПВА, наливаем. Теперь нам нужно жидкое мыло любое. Делаем пару пшиков. Добавляем детского масла, немного геля для душа и молочка для душа. А главным ингредиентом у нас будет бальзам для волос. Все тщательно перемешиваем. Ладочка, у тебя написано в рецепте добавить немного воды. Я думаю, у нас и так жидкая получилась смесь, поэтому воды, я думаю, не нужно добавлять. И еще у тебя не написан никакой загуститель. Вот из этого слайм у нас не получается. Это просто жижа. Поэтому мы сюда добавим, конечно же, тетраборат. Ну вот мы уже видим, что наш лизун почти готов. Осталось добавить немного тетрабората и вымесить его руками. Посмотрите, какой он у нас получился нежно-розовый. Как будто какое-то мороженое или жвачка. И консистенция у него очень такая нежная и легкая. Давайте украсим его немножко блестками или как их еще называют, глиттером. Он хорошо растягивается. Не сильно хорошо хрустит, потому что он похож на желе. Давайте посмотрим, как он кликает у нас. Кликает нормально, розочки из него делаться не будет, он растекается, но рецепт получился. Ну а теперь, как всегда, челлендж. Успей подписаться и нажать на колокольчик всего лишь за 5 секунд. Поехали? Да. 5, 4, 3, 2, 1. Ну что, успел? Пиши об этом в комментариях. Но сейчас мы покажем предыдущих победителей конкурса. Третий рецепт у нас от Тины Лайф. Для этого нам нужно взять клей ПВА фирмы Столяр именно. У нас он есть. Наливаем. Не забудьте его разбавить водой, потому что он очень густой. Также в этот рецепт нужно добавить пену, именно было написано, от фирмы Нивея. Мы специально купили, добавляем. Вот такая у нас пена какая-то интересная, не белая, а серая. Все перемешиваем. Затем нужно добавить жидкое мыло. Одного пшика, я думаю, будет достаточно. И немного зубной пасты. У нас детская, обычная зубная паста. И еще раз тщательно все перемешать. Берем немного красителя. И теперь настало время загустить наш слайм. У нас это тетраборат. Что-то я не вижу, что у нас загуститель работает. Давайте добавим еще немножко больше клея. А теперь попробуем еще добавить тетраборат. Странно, никакой реакции нет. Тетраборат просто не загущает наш слайм. Все ингредиенты у нас были, кроме пены Нивея. Мы ею никогда не пользовались. Может, из-за нее это не загущается слайм? Ребята, мы мешали. Никак вымесить, конечно, его не можем. Не получается у нас этот рецепт. Вот эта пена, которая перебивает тетраборат, представляете? Давайте последнее попробуем, что сделать, это добавить соды и жидкость для контактных линз. Вот, ребята, жидкость вроде бы как начинает густеть, но все равно я еще не вижу никакого лизуна. Вот это рецепт, да? Ух, Тиночка, ты нам задала задачу. Ну вот, он отстает от стенок, и теперь я попробую его вымесить руками. Ну, наконец-таки, у нас слайм получился. Работает он только с содой и жидкостью для контактных линз, этот рецепт. Возьмите на вооружение.
Сам лизун получился у нас очень классный, такой похож на флаффи слайм. Очень хорошо растягивается и хрустит. Давайте послушаем. Из него очень красивая получается розочка. И давайте проверим его, как он кликает. Кликает он классно. Третий рецепт у нас получился, но только с изменениями. Давайте перейдем к четвертому рецепту. Четвертый рецепт у нас от Алисы Кния. И для этого нам понадобится клей. Наливаем немного жидкого мыла. Наверное, пару пшиков, правильно? Да. И еще нам нужна пена для бритья, да? Выдавливай. Пены должно быть чуть-чуть, иначе слайм наш не получится. И все перемешивать надо. Добавляем краситель. Перемешиваем. Посмотрите, какой он красивый цвет. Да. И теперь, та-дам, главный ингредиент. Мы еще им не пользовались. Это персил. Нужна 1 чайная ложечка персила. Вместо загустителя. Прикольно. Как интересно, когда персил добавляешь. Он как тетрапарат сработал. Да, ну, что-то не так. Мы еще с ним никогда не работали. Может, у нас что-то не получилось, но будем стараться. Какие-то у нас комки. Да. Как ты думаешь, что еще нужно добавить? Нет. Я думаю, еще персила, да? Да. Ребята, будем персил добавлять, пока у нас не выйдет лизун. Ну вот, что-то теперь вроде бы заметно. Ну да. Значит, персила нужна не 1 чайная ложечка, а добавляйте по чуть-чуть и вымешивайте. Не ошибетесь точно. Ну а теперь, наверное, пришло время доставать его и вымесить руками. После 5 минут перемешивания у нас наконец-таки получился слайм. Вот так он классно растягивается. Персил у нас работает, оказывается, не хуже тетрабората. Единственный его минус, от него очень пахнут руки. И сушат. Мне вот они даже стягивают. От тетрабората такого нету. Посмотрите, какой зато у нас классный слайм получился. Он классно хрустит. Кликает. И растягивается. Все 4 рецепта у нас получились, если не считая, что в третий мы добавили свои ингредиенты. Ну что, ребята, вот такие рецепты мы проверили. Еще у нас пополнилась коллекция на 4 классных слайма. Пишите в комментариях, какой рецепт вам понравился больше. А на этом мы не прощаемся, а говорим вам всего лишь пока-пока!